Здравствуйте, дорогие друзья! В сегодняшнем нашем видео мы расскажем вам, как правильно нужно заменять испарители в Elif iJust Mini. Для начала открутите аккумулятор. После вам нужно перевернуть бак и открутить базу. Сразу же хотелось бы напомнить вам, что данные испарители можно смело менять даже с заполненным баком. Далее легким движением руки достаем использованный испаритель и выбрасываем его в мусорку. Берем новый испаритель. Тщательно пропитываем его и устанавливаем таким же простым движением. Прикручиваем базу и накручиваем атомайзер на аккумулятор. Далее остается заправить бак и дать ему постоять буквально 5-7 минут, чтобы испаритель пропитался и не сгорел в первые минуты парения. Спасибо за просмотр, с вами был CigaretteNetBuy и до встречи на нашем канале. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео, и подписывайтесь на наши социальные сети, все ссылки будут под видео в описании.